поселке Верхний Ландях в результате несчастного случая погиб 5-летний мальчик. Новая спортивная площадка была принята специальной комиссией в июле этого года. В эксплуатацию объект собирались ввести в августе. Однако дети спортивную площадку уже опробовали. Во время игры в футбол на одного из малышей упали незакрепленные ворота. В результате серьезной травмы головы мальчик умер в больнице. За халатность ответят чиновники муниципального района. В отношении ответственных должностных лиц возбуждено уголовное дело.